Исландская бюджетная авиакомпания WOW Air объявила о прекращении всех полетов. Она совершала рейсы из Рейкьявика в города США, Европы и Канады. Пассажирам предложили самостоятельно купить билеты у других перевозчиков, а также обратиться в банки и турагентства для возврата денег или обмена билетов. Это неожиданно, поскольку я всегда пользуюсь этой авиакомпанией. Очень удобный и недорогой способ путешествия по Европе. Я разочарован. Надеюсь, что смогу вернуть деньги. Не хотелось бы просто так потерять $700. Отправил заявку в свой банк. В последнее время WOW Air испытывал финансовые трудности. Компания провела реструктуризацию, сократив флот и персонал. Однако этого оказалось недостаточно. Лоукостер также пытался найти инвестора, но переговоры не принесли результата. Мы удивлены. Ничего об этом и об авиакомпании не знали. Эту авиакомпанию нам предложили на Оподо. Мы подтвердили билет. В Исландии мы пробыли 4 недели. Теперь время возвращаться домой. Так что мы очень удивлены, что рейс отменили. В прошлом году услугами авиакомпании WOW Air воспользовалось 3,5 миллиона человек. Уровень загрузки самолетов составил 90%. Это не первый бюджетный авиаперевозчик Европы, который прекращает полеты. Ранее прекратили деятельность британская компания FlyBMI, скандинавская Primera Air и киприотская Cobalt.